Дональд Трамп считает себя гением. Президент США написал об этом в Твиттере после критики в свой адрес в книге Майкла Вольфа, которая наделала немало шума за последние несколько дней. В ней автор написал об интригах в Белом доме и даже привел слова медиамагната Руперта Мердока, который назвал Трампа идиотом. Американский президент не удержался и написал, что Вольф сам неудачник, дескать, издал скучную, да еще и лживую книгу. О себе же Трамп говорит, прошел сложный путь от бизнесмена до политика и стал президентом с первой попытки. И именно поэтому не стесняется называть себя гением.